Чингис Айтматов как-то сказал: «Удивительной силой обладают книги. Открываешь их, а они тебя». Библия – это не книга, это 66 книг. Открываешь их – исторических книг. Это не сказки. Сказки люблю, но это не сказки, это исторические книги. 66 исторических книг. Это что-то потрясающее. В переводе «Библия» означает «книги». Это не одна книга, это 66 книг. Читайте.